Всем привет, это канал Миха Пневма. Сразу хочу сказать обитателям группы вот этой вот ПЦП Пневматика Охота Высоточная Стрельба. Отличная группа, отличные ребята, нормальный админ. Ну, некоторым быть попроще немножко, ну и все будет. А так нормальные пацаны, понимают в теме, советую эту группу. Ладно. На этом хватит. Давайте, ну, в общем, начнем. Сегодня я подготовил вам еще одну подборочку того же Сережки с Екатеринбурга. Ну, может даже это чем-то лучше, чем была первая подборка. Но, я думаю, оценивать только вам. Смотрим. Сразу делаем погромче. Всем привет. Привет, Серега. Сейчас я буду опускать пальцы в кипящую воду. Прикиньте, блядь. Написано, обварил руку в кипятке. Серега с Екатеринбурга. Сейчас он говорит, что он будет опускать пальцы в кипящую воду. То есть опускает, да, как вы это понимаете. Он берет и палец, допустим, или два, там, пять пальцев. Он берет, тупо опускает и держит там. Но нет, Серега не такой. Он продвинулся чуть дальше. Давайте вот так вот. Вот заметьте движение вот это вот, которое он делает. Как будто в жопу, да, кому-то. Пэмс, пэмс. Смотрите. Поп. Сейчас вы, он скажет, наверное, стоящее выражение специально для него. Такое, знаете... Это его лозунг, это его, как называется, не знаю. Пробуйте, вам понравится. Пробуйте, и вам понравится. Надо, наверное, еще раз он, ну, он, видать, понял, что с первого раза никто его не понял, поэтому еще разочек. Пробуйте, и вам понравится. На бис он повторит сейчас еще пару раз. Представляете, что это жопа негра, хоп. А, блядь, обжегся. Хуйню какую-то придумал. Ладно, опустим это видео. Следующее видео у нас Серега с Екатеринбурга. Подборочка будет просто... Чем дальше, тем страшнее. Вкладки вот они все открыты. Смотрим. Магнитола Супра и динамики 13 сантиметров Фли. Может, он Флай хотел написать, но Флай, я так понимаю, с Y пишется. Музыка, во-первых, играет, как видать, это ему нравится, этот металл. Я лично больше уважаю рэпчик. Сейчас смотрите, на все деньги. Это он сделал на все деньги. Забивает, пища, делайте динамики, я вообще взял. Смотрите. Все у него тут подключено от аккумулятора. Серьезно, тип подошел к проблеме подключения. Динамики ни о чем. Хоть ты их куда засунь, хоть ты их на чем включай, динамики ни о чем. Музыка для тренировок, блядь. У меня, если честно, в машине стандартные пищалки прикольнее играют. Минимальный эпизод 12. Ну, в общем, поняли весь смысл. Теперь он, видать, решил просто удивить зрителя. Да? То есть вот у него 65 подписчиков, 209 просмотров. Он решил удивить их.
Он просто взял и сделал что-то необычное. Смотрим. Монтаж дикий вообще, да? Смотрите еще раз. Давай, давай. Почему по груше нужно работать в мотоциклетном шлеме? Я не понимаю. Ну, конечно, это необычно, это стильно, это непредсказуемо, но это глупо. Ну и как всегда в его видео, дальше будет только надпись «Серебус Екатеринбурга» и музыка продолжаться. Теперь, Серега с Екатеринбурга не просто диджей, не просто какой-то спортсмен, который качается, постоянно совершенствуется. Он не просто владелец Хатсан 125, он еще и делает сальто. Вот, внимание, я прошу вас, когда вы будете смотреть это, пожалуйста, никогда не повторяйте это. Никогда, это очень опасно. Вот этот трюк, он очень опасен. Смотрим. Особенно это касается детей. Вообще никогда этого не делайте. Как вы думаете, что будет дальше? Теперь будет охеренный сальтец. Опа-на. Еще разок. Опа-на. Опа-на. Можно смотреть на это бесконечно, да? Красава. Очко, походу, отбил, да? Смотрите на его ебало. Вот здесь, когда он встает, у него ебальник светит. Он очко отбил себе. Ну ничего, Серега, гудок заживет. Гудок заживет. Ладно, пускаем это видео. Теперь у нас поход с ночевкой в лесу 22 апреля. Серега, давай. Здесь он, я как помню, со звуком. Он тут говорит что-то. Всем привет. Сегодня 22 апреля. Так. Я выбрался на природу. Больше походу не будет у нас слов. Давайте промотаем немного. Это тоже место, где он был в прошлый раз. Понимаете? Глупо было бы, если бы он сейчас не сплясал. Давайте дальше, 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 дальше. Так, это он видит, лесопед катит, 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 катит. Вот он припылил куда надо. Смотрим. Давай ты быстрее. Все. Внимание. Зачем он это делает, я не понимаю. Бабах, крутяк вообще. Было прикольно, если бы он упал. Так, ладно, 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 ладно. Дальше, 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 дальше. Вот Серега машет. Привет, мол, всем моим подписчикам. Это Серега. Все, Серега помчался куда-то. А что он тут делает? А, финики. Финики. Это такой сугубый завтрак. Кстати, вы теперь вот смотрите, что на этом фоне вам бросается в глаза. Особенно вот тут. Финики. Какое-то ебанутое поведение. Непонятно, что он вообще мутит. Непонятный тип. И бутылка полулитровая. Я думаю, эти вещи... пластиковая причем, с крышкой от водяры. Эти вещи можно как-то между собой связать, я думаю. Ну, вы дальше догадаетесь как. Кашку тут себе сварил. Порик. Красавчик, все. Тачивается.
Втачивается, втачивается. Опа! Ну это что, энергия попёрла, он считай похавал, хули. Да, это танец, скорее всего, у него такой. Ну ничего, Серега красавчик. Родник какой-то, родник. Все понятно, короче, ничего хорошего тут дальше не происходит. Ладно, смотрим следующее видео. Серега с Екатеринбурга танцует ЗИС. Ну, примерно, чтобы вы понимали, что такое ЗИС, да? Я тоже сначала не знаю, что это такое ЗИС, я недалекий. А тут, ну, решил посмотреть вообще, что это такое, да? Ну и, в общем, смотрите, что такое ЗИС. Это, видать, какой-то сейчас модный танец, может, развлечение там, или что, да, там. Как-то они там в клубах, может, сейчас так пляшут. Я не любитель клубов. Вот смотрим, вот тип танцует ЗИС. Вот так вот он танцует. Опа-на. Вот это ЗИС. Вот так вот. Ну, что, прикольный танец, наверное, придумал какой-то этот ПЦПшник, скорее всего. Ну что, красавчик, красавчик, что? Вообще круто. Вот ногами смотрите, вот так вот. Круто. Парт один. А, ну это типа как тренироваться какая-то. Ну, в общем, вот, да, мы немного отошли от тем, вот так танцуют здесь. Внимание делает Серега. Почему Серега именно решил станцевать ЗИС этот, я не понимаю. Думаете, это все? Вот и все. Понеслась музыка, его подходит. Все, давай, давай, давай. Видите, тут эффект он какие-то делает. Красавчик. Ну и, так сказать, на затравочку. Затравочку напоследок, так сказать, секрет приготовления салата от Сереги. Здорово. Здорово. Мы с вами будем делать овощной салат. Понимаете, овощной салат. То есть... Я думал, что он сначала сделает что-то такое, что никто не знает, да, рецепт реально от Сереги, который там будет, ну, не такой, как все. Смотрите. Для этого нам нужен огурец и помидор. Ну, давай дальше. Вот вы представляете, что он теперь сделает? Да хера вы представляете. Давайте все наружу. Вы представляете, это салат. А голос какой? Ну вот и все, наш салат готов. Ну и кушай сам такой салат, Серега, ты с Екатеринбургом. Ладно, на этого долбоящера, скорее всего, я больше не буду ничего снимать. Ну, неинтересно уже, он уже, видите, напиши рецепт, приз. Трясет крышкой, как я охуенно, лицом женщины. Ну, понятно все, да? У кого на что хватает. Осталось только насрать, какие глупые мальчики. Автор сказал, что не волшебник. Доска для резки. Не слышал, соль и масло. Вкусняшка. Ладно. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Дальше буду искать еще какие-нибудь интересные вещи. Людей, может, я найду, я вам обещаю. Ладно, все, всем пока, подписывайтесь на канал.